Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 21 апреля начинается период Тельца. Судьбы меняются в мгновение ока. Солнце покидает динамичного и живого Овна и входит в упрямого, зрелого и мечтательного Тельца. Наступила пора начать другую жизнь. Вселенная на нашей стороне и велит открыть душу, залечить старые раны и подготовиться к большим переменам. Ведь в ближайшие недели многие судьбы преобразятся. Когда Солнце находится в Тельце, атмосфера наполняется стабильной, чувственной и решительной энергией. Телец, земной знак, приносит с собой страсть к чувственным удовольствиям и стремлением к стабильности и безопасности. Этот транзит поощряет прагматичный и целенаправленный подход к финансам и материальным целям, побуждая людей сосредоточить свои усилия на их достижении. Это хорошее время для укрепления отношений и инвестиций в устойчивые проекты. Проживая этот период, важно понимать, как этот астральный переход повлияет на нас и заранее подготовиться к нему. Вот советы, которые Вселенная дает нам на этот период. Овны. Когда Солнце перейдет в знак Тельца, Овен почувствует изменение темпа. Наступает время сосредоточить свою энергию на практических аспектах жизни. Вселенная предлагает вам набраться терпения и тщательно заложить основу своих проектов. Подумайте о долгосрочных целях и тщательно спланируйте каждый этап их достижения. Телец. Если Солнце проходит через ваши знаки, значит наступает время сиять. Этот период приносит вам энергичность, жизненную силу и уверенность в себе. Совет Вселенной. Прислушайтесь к интуиции и занимайтесь своими увлечениями. Это отличная возможность начать новые проекты или укрепить свои позиции в важных для вас областях. Близнецы. Вхождение Солнца в Тельца побуждает вас остановиться и переоценить свои направления в жизни. Вселенная предлагает сосредоточиться на своем здоровье, как физическом, так и психическом. Уделите время размышлениям и созерцанию. Тогда в этот период вы обретете ясность и баланс. Раки. Пока Солнце находится в Тельце, рак может почувствовать повышенную потребность в безопасности и стабильности своей жизни. Вселенная советует вам укрепить свой эмоциональный семейный фундамент. Обратите внимание на свои внутренние потребности и постройте теплые взаимоотношения с близкими. Лев. Солнце в Тельце открывает Льву возможности для карьерного и финансового роста. Пришло время найти применение своим талантам и сосредоточиться на профессиональных целях. Вселенная предлагает вам доверять себе и быть открытыми к новым вызовам и возможностям, которые возникнут. Дева. Для Девы вхождение Солнца в знак Тельца принесет сдвиг в сфере взаимоотношений и партнерства. Вселенная советует вам честно выражать свои потребности и уделять внимание балансу во взаимодействиях. Это благоприятное время для сотрудничества и построения значимых взаимоотношений. Весы. Когда Солнце в Тельце, весам рекомендуется уделять внимание своим внутренним ресурсам. Вселенная предлагает вам найти время для самоанализа и подпитать свои творческие амбиции. Найдите в себе ценные способности и будьте последовательны в их развитии. Скорпион. Солнце в Тельце может принести Скорпиону стремление к стабильности и безопасности в семье и домашних делах. Вселенная предлагает вам заняться своими корнями и укреплять эмоциональную основу. Будьте открыты к изменениям, направленным на личный и семейный рост. Стрелец. Для Стрельца период Тельца поможет сконцентрировать внимание на общении и социальных взаимодействиях. Вселенная предлагает, что вы выражаете свои мысли и идете уверенно и ясно. Это благоприятное время для расширения социальных сетей и развития коммуникативных навыков. Козерог. Солнце в Тельце побуждает Козерога использовать свои ресурсы и навыки в финансовой сфере. Вселенная предлагает вам быть прагматичными и разумно распоряжаться своими ресурсами. Это прекрасное время для укрепления вашей финансовой стабильности и достижения долгосрочных целей. Водолей. Вхождение Солнца в Тельца может принести творческую энергию и вдохновение для будущих планов. Вселенная предлагает вам быть открытыми к новым идеям и проявлять новые способы выражения своего творчества. Это хорошее время, чтобы заняться увлечениями и развивать свои таланты. Рыбы. Время в Тельце может принести рыбам необходимость переоценки личных ценностей и жизненных задач. Вселенная предлагает вам быть честными с самим собой и упорядочить свои приоритеты. Это прекрасное время, чтобы прислушаться к интуиции и следовать за своей мечтой с уверенностью и решительностью.